Фен. Bosch. Но сделан в Китае. Так вот. Плохо фокусируется. Ладно. Bosch Quattro Ion с ионизатором. Не знаю, работает ли это на самом деле или нет. Так. На ощупь довольно-таки приятный. Вот это вот черное покрытие такое. Не скользящее. На телефонах еще есть оно такое. Есть. Приятный такой. Включается. Очень даже странно. Вот когда цифра 2, он выключен. Обороты. 1 включается. 1. Это тепло. Вот он. Начинает греть. Здесь сзади есть кнопка. При однократном нажатии нагреватель выключается. В следующем нажатии нагреватель включается. Нигде это ничего не светится, непонятно, включился он или нет. Ионизатор. Светится таким вот красивым цветом. Ну, в принципе, все. Что еще от него надо? Просто меня удивило вот это вот расположение цифр. Все наоборот. Понятно, как тут совсем, вот, не знаю, с виду красивый, стильный, ну, греет, сушит, дует, ладно, что еще от него нужно.